любишь дотку и хочешь стать круче? На сайте anylevel.com ты сможешь заказать перекалибровку для своего аккаунта. Буст ранга от 150 рублей. Получить персональную тренировку или купить аккаунт. Ссылка в описании. Тинкер неплох, но его могут тут загонять тоже в начале с Энчопистом. Ну, смотри, да. Выберите своего героя. И тебе однозначно надо тренером идти. Тут соглашусь, потому что если Энча четверка... Пошел чатик. Если Энча четверка приходит куда-то с крипами, условно говоря, в мид подходит соло на ЦМ-ке и нивелирует этих крипов фростбайтом. Это лучше чат. Удачи, хлопцы, пишет Гостик. Но были там вещи и пожестче, вы должны понимать. Разбредаются команды. Тормодел, не отойдешь. Соло подловили на низу. Да, Лил уже идет давать оглушение. Остает Лил, дотягивается крашем. И погибает соло, как и в предыдущей игре нам демонстрировали греки. Кейсер. В частности. Ну, я думаю, он ракетку в 2 взял. Кстати, тут сейчас Арселла подцепят. Есть еще хил. И Роджер вылетает. Роджер вылетает. Хантер Инзнайт был использован. Он преодолел преграду и добивает Арстайла на пару с Рамзесом. И Тина будет немножечко меняться. Да и более того, у Гостика 6 уже. Он может напрячь Омнинайта как раз импетусами. Настреливает по Рамзесу. Рамзес контратаковал Арстайла, но импетусы продолжают залетать. У Арстайла есть молнии, но Рамзес довольно быстрый. Спасается тем временем в центре. Атака была от Лила и Нуна на ЛТВ и Миш. Слушай, хотят еще раз ЛТВ убить. Очень верно действует Лил, заходит в спину на ЛТВ, ЛТВ отбрасывает ракетки, Лил дает оглушение. Нун привязался к ЛТВ, это будет еще одно убийство. Второй подряд на Тинкере и башня падает вышка. Не стоит тут драться, антихайп. Телепорт от Рамзеса, Рамзеса встречают, здравствуй, Роман, и до свидания. Пашу тоже подцепили, ракетка влетает в него, размен с Арстайлом произошел. Но размен, конечно, в пользу сборной Украины, учитывая, что они две башни. Соверно, Лил и так застанил. Лил с даггером набросился на Пашу, повесил на него дебаф с ультимейта. Соло подловили в центре, варды поставлены. И тир 2 башня. Скорее всего. Самое-то интересное, что их же оружием и убивают. Найтсталкера подловили. Роджер пришел. Роджер ушел. Нун. Ответочка от сборной России намечается. Ультимейт от Герокоптера. Резолюшн под фростбайтом. Летят ракетки. Резолюшн немного страдает. Пытается Паша его добить. Набрасывает. Убивает. Сколько ударов под Solar Крестом. Этого было достаточно. Резолюшн погибает. Погоня за Нуном. Нун на развороте подсосался к Паше. Спирит Сайфон. Паша погибает. Все-таки чуть-чуть сильнее оказалось Диспрофит в этом моменте. Соло разультился. И лечение от Рамзеса добивает Гостика. Гутли. Давай так рассматривать ситуацию. Прилетает Герокоптер. 5 секунд до кулдауна Резолюшену. Полетели ракетки. Лил инициировал, но оглушение не попадает ни по кому. Лил Резолюшен входит в драку. Нажимает ультимейт, расходится сборная России. Гостик настреливает, но подставляется под фростбайт и погибает от рук Паши. Тарашан для сборной России, похоже. Ну, он возвращается. Ну, на тоже могут быть трудности. Лил запрыгивает Омнинайту. Неприятно, но Рошан добит и Аегису Рамзеса. Нуна подцепили. Нун пытается добить Вивера. Ну, не хватает немножечко. Ну, еще и Рамзес помогает, набросив репел. Нун пишет веселые смайлики, но ему явно не весело в этой ситуации. Силен, но не силен Резоль, не силен Артстайл. Их можно вырезать первыми, потом уже заниматься Нуном. Выход на Нуна. Фростбайт был использован. Нун прожимает ультимейт. Юл пока не жмет. Лил оглушение по твоим шикарно играет. Четверка сборной Украины. И погибает соло в этой передряге. Омника контролирует. Артстайл должен погибнуть от рук Паши. Тиммейт залетает от Резолюшена. Теряет Аегис. Роман. Который Рамзес появляется, сразу же появляется и получает сайленс от Нуна. Отправляется в таверну от рук Владимира тоже. Даблкил для Нуна. Тим Вивером неприятным. Соло Крест очень мешает. Плюс Рэдианс от Омнинайта. Ну понятно, под БКБ он не сильно будет мешать. Но вот после БКБ сложнее будет. Омника подловили, на этот раз урона должно хватить. Рамзеса убивают. Нужно убегать ЛТВ. Успел догернуться. Подловили Роджера. Роджер выдал Войд. Напоследок. Там Тинкер продолжает спамить. ЛТВ хорошая позиция. И этот спам успешный. Лила убивает Паша. Под ракетки. Продолжает забрасывать ЛТВ. Ну, Аганим, может быть, уже и не столь тут нужен. Ну, посмотри, что вытворяет Паша на пару с ЛТВ. Они вдвоем развлекают всю команду сборной Украины. Есть Юл по ЛТВ. Наконец-то его зацепили. Погибает Тинкер. Наблюдаем. Молодцы. Просто браво. Браво, россияне. Красавчики. Подцепили Роджера. Будет ответочка от сборной Украины. Роджера наказали. Погоня будет за соло, пожалуй, тоже. Резоль под момом. Фейсбутс. Так и не догоняет соло.
Рамзес под репелом, дерется с Лилом. Рамзес идет до конца, Лил страдает, Лила можно добить. Паша попытался это сделать, но Лил все еще жив, стики были использованы. Рамзес неплохо так урон наносит по троим с одного пюрификейшена. Просто отличная работа от Романа. А другой Роман пытается с ним справиться под блокинг-баром, это ему удается сделать. Но Паша последним фатальным ударом добивает Резолюшена. Погоня также за нуном будет от Паши. ЛТВ подключается, дает лазер, но Паше замедлить, ну, на нечем. Ну, он спасется, но это... Один, да, Гостик может погибнуть, ЛТВ с ним справляется, Роджер идет дальше. ЛТВ добивает еще и Арстайла. Как с этим Тинкером справляться, никому не известно. Ухитриться, как-то быть ловчее, чем оппонент. И, возможно, успеют, слушай, вполне вероятно успеют. Паша побежал вперед, набрасывает сворм. А Рошан почти упал уже, Нун забирает Aegis Resolution. У Нуна в итоге рефрешер, сыр у кого? У кого сыр? Нет, рефрешер у Герокоптера. Сыру деспрофит. ДП нажимает сыр, нажимает БКБ. Рамзес тоже с блокинг баром. Присосался к Кристал Мейден. Нун попытается добить соло. Соло погибнет. Резоль все еще с Аегисом, не забываем. Рефрешер тоже у Резоля, как ни странно. Ну, два блокинг бара, если что, потенциально будет. Лил. Но пошли дальше. Сборная России и ЛТВ расстреливает с дистанции. И снова к нему достаться не могут. Рефрешер у него есть. Ну, нужно как-то придумать что-то, возможно, с Лордару, пытаться до Тинкера добраться со спины, я не знаю, какие-то такие затеи нужны. Нуна чуть не убили, Нун рефрешит, нажимает ультимейт, нажимает БКБ, пошли в контратаку. Игроки сборной Украины, Роджер страдает, Роджер погибнет, скорее всего. Да, Роджер погибает, половили Рамзеса, Рамзес тоже погибает. А Аегис теряет герокоптер, его ЛТВ забирает, ну и ЛТВ вновь остался без внимания, за ним не угнаться. Там нет БКБ у Резоя, не смогут они принять файт. Паша видит Лила, но атаковать Лила не стал, Арстайла убивают. И Резоль подставился. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это уже очень неприятно. Скорее всего, погибнет Резолюшен. Дабл килл для ЛТВ. Но не дает он спуску. Они заберут святыню в дополнительном лесу у команды Украины. А Лил прыгает, подцепил Омнинайта. Там параллельно Тинкер пытался атаковать Деспрофит. Деспрофит дерется с Тинкером в то время, как Шадоу Шаман контролирует соло. И Гостик пытается расстреливать импетусами. Соло погибнет. Спасается пока что Пашин. Продолжает бить ЛТВ. Вот эта драка, которая завязалась еще секунд 10 назад, все-таки в пользу Нуна, который даже был заведомо слабее, чем они. Гостик под БКБ пытается бить ЛТВ. ЛТВ делает телепорт и спасается. Рамзеса подцепили. Для этого Нун как может. Рамзес под блокинг-баром пытается уйти. Курьера Сил Тьмы убивает в это время Роджер. Нун пошел все-таки до конца и добил Рамзеса. Тинкера подловили. Первый раз, пожалуй, ЛТВ так неосторожно сыграл. И Лил здесь превосход. Команда, которая проиграет, будет играть за третье место. Ну, а которая выиграет, попадет в финал. И садится с греками. БКБ нажимает Нун на развороте. Хорошее оглушение от Лила. У троим шикарно сыграл в этом моменте Лил. Шаду Шаман наполучал урон от Тинкера и погибает. Пытается добить Энчантера с Кристал Мейден, но под гастом живет соло. Справляется с Резолюшеном. Байбека у Романа нет. 2 минуты без герокоптера. Лил. Еще одно оглушение. Шикарен. В этом эпизоде тоже Лил. Молочага. Просто Илья пытается спасти свою команду. Ему это удается Рамзес сделать. Рамзес не успевает сыр нажать. И забирают, похоже, Пашу. ЛТВ пытается уйти. За ним погоня продолжается. Работает урон. ЛТВ. Реарм, дагер и спасается. Ну, очень уроне солидным задуматься. ЛТВ встречает Шаду Шамана. Лил контратаковал. Паш проходит. Летит Нун. И ЛТВ погибнет. А стоило ли оно того? Вот какой вопрос стоит задать от сборной России. Резоль БКБ не потратил. Это важно. Есть Екс по Энчантрес. Туда же залетает. И... Этериал Блейд погибает, Гостик. Нуну. Нуну нужно улететь. Сбери телепорт, Нуну! Он не сумел уйти. Роджер давал видимость. Прекрасный обзор. Ночное время от Найтсталкера позволяет подловить Паше. Будет это поддерживать. Арстайл контролирует. Шейклс использовал. БКБ нажимает Гостик, пытается добить Пашу. Паша спасается. Там Лил пытался выйти в драку, но погибает. Байбека у Ильи нет. Блокинг бар прожимает герокоптер. Урона пока не так много. Ну и Нун подключился. Заберут, скорее всего, Рамзеса в этом моменте. Рамзес погибает, соло тоже догоняют. Капитан сборной России отправляется в таверну вслед за Кэрри. Еще Лима Сталкер. Роджер скрывается. Роджер прячется, прячется, прячется. Размансил Роджер. И ну невозможно. Делает телепорт. Роман, не подводи.
конечно, играет на победу. Парни, Хекс, ПДС Профит, ЛТВ, БКБ, он нажимает. Правда, сам ЛТВ может подставиться Блокинг Барта. Понемногу заканчивается ЛТВ. Не отпустят в этом моменте, скорее всего. Вновь ошибка от Тинкера, которая приводит еще, скорее всего, к погибели Паши. Подставляется и Омник. Три основных персонажа сборной России оказались вверху. Первый уже погиб, Рамзес дерется до конца, но он, похоже, здесь слабее. Он один не справится ни в коем случае. А, Рамзес еще до сих пор борется с Гостиком. Ну все, хватит. Рамзес погибнет в этом моменте. Там еще и Вивера подловили. Хекс дает. Ну, но очень быстрая свинка убегает из драки. Жук-свинка. Самое актуальное, это просто развести на глиф сейчас. А у них нет ни глифа. Можно суицидиться просто в бараке. БКБ нажимает ЛТВ. На базе. Начинает спамить ракетками. Хекс по Умнинайту. Умнинайта нужно убивать. Держит его в шейкл. Шаду Шаман. Залетает Импетус. Рамзес живет. Работает ультимейт. Также Рамзеса. Арстайла убивают. Неприятности у гирокоптеров. Хекс бросили. Резолюшена. ЛТВ делает даблкил за Гостиком. Погоня от Паши. Лила тоже подзамедлил Роджер. Переключается на Лила. Лила считает более важной целью, чем Гостика. Гостика отпустили. Лил под мьютом, но все равно бежит. Роджер за ним. Собьет телепорт. Видимость есть. Войдом телепорт был сбит. Трипл килл для ЛТВ. Сборная Украины эту драку проигрывает. Байбек есть у гирокоптера. Уже у Вивера. Можно купить просто себе, ну, сидеть на базе, купить себе рапиру, рефрешер на гирокоптере и не выходить. Гостика подцепили. Тиммейт гирокоптер стоит. Лил. Пытается бить, проходит баш по Виверу. Вот он тот самый баш, плюс 15% взял себе Лил на 25-м, помним. Сейчас сработало. Соло пытается кастовать ультимейт, Соло убьют. Там параллельно ЛТВ убивает Арстайла и подцепил Энчантрес. Гостик тоже отправляется в таверну. Размен пока что 2 в 1, у Гостика есть выкуп. Подходя сборную Украины себе. Обсервер рядышком в центре стоит. Сносит барак, снесет Паша. Отступает немного, подождет репел, я думаю, еще раз. Ну, он пошел в атаку, понимая, что сейчас будет еще одно наступление. Ну, он, мьют по нему работает. Надо лоту сдать. Но спасен. Ну, он отошел под руной как раз ускорение. Не под руной ускорение, а под ускорением с ультимейта. На 25 уровне талант, только что мы это обсуждали. Но все равно, очень быстро убивает Лила. Байбека у него нет, Гостик идет дальше. Гостика тоже, Байбека не будет. Еще один мьют, теперь уже по гирокоптеру. Он погибнет, Good Game, пишет сборная Украины. Собственно, два нулифайера в итоге-то и сыграли свое. Такого контроля у сборной Украины не нашлось. Как и контрконтроль. Молодцы. Не выдержал он в конце. Побежал вперед, нажал ульт. Могли сидеть так же продолжать. А не факт. Мне кажется, ну как раз поразмышлял над тем, что дальше так же самое сдется сейчас Паша. Еще несколько ударов. И... Магнус как раз таки вот это инициация и дополнительный разгон для антимага. Выберите своего героя. Ну как будто знал. Вот тебе Венга, дружище. Удачи в центральной линии. Внизу нападает на Соло. Соло страдает, Резоль бьет его. Это будет первая кровь. Или не будет, Паша может динайт пытаться. Паша не стал динайт. Ну тут нельзя динайт, я думаю. Да, пардон. Маяж. Кстати, умрет Паша. 30 хп. Должен дотикать яд. Бам. Гостик. Повез Роджера. Нет, Роджер копает. Забирал. Есть кол. И Гостика должны будут убить. По крайней мере, попытаются. Замахивается Рамзес. Понимает, что порог здоровья не позволяет добиться ультимейта. Гостик отходит все-таки. Спасается. В этом моменте. Там внизу в то же время. Пардон, в центре. Ну, на ЛТВ. Смог юзает антихайп. И будут заходить в спину. Знаешь, что фармят сейчас? Эйдж, что все с карты пропали. Фу, как же тут много урона наносит. Сатиры эти, противные, ультимейт от Сент-Кинга. Не смог его дать Роджер. И могут забрать эшентов сейчас, как раз они все побиты, покоцаны. Ну, тут не так много их остается. Да, ну чуть лучше угадал ты. Рамзес занимает позицию, свап от Венги, но тут сейчас, ну, он и сам будет атакован, скорее всего, Рамзес. Почему Рамзес не прыгает? Не знаю, ждет чего-то, чего ждет? Заманивал, подальше может быть, не знаю. И Паша умирает из-за этого. Да, в итоге, ну, убивает Пашу. И у Рамзеса могут быть неприятности. Есть оглушение по нему. Лил тоже рядышком. Второе общее за всю историю игры на антимаге. Гостик. Подвозит Рамзеса с собой. Рамзес продолжает преследование. Есть ультимейт от Паши. Гостика должны забирать. С ультимейта это делают. Пытался сделать телепорт отставил, но берсеркер колом. Телепорт был сбит. То, чтобы можно было Рошан потом забрать. Нападает тут на Нуна. Это мое. Подавили. Лингу. Нуны сам здесь был инициатором, похоже, драки, но... Казалось, намного больше героев здесь у сборной России, чем он ожидал. И вновь россияне после не самого... Ну, он думал, что союзники его справятся. Свап. Вот Нуна. Он здесь инициировал драку. Паша.
ловили. Ну, мы не должны отпускать, есть ультимейт у мастера. Но он погибает. Тем временем продолжается фармил. В центре башню потеряли, тем не менее, все равно в атаку идут. Лич получает оглушение от Огрмага. Лил забрасывает каски. Рамзес убирает на себя. Но снова крипы здесь противные мешают, и каски обратно прыгают по Аксу. Есть! Реверс полярити от Магнуса. Прыгает антимаг. Работает ультимейт, кстати, от Вичдоктора. Весьма неплохо тоже. Гостик подвозит антимагу. Трудно пока наносить урон, у него не так много его есть. Но все равно сборная Украины эту драку проводит шикарным образом. Молодец Гостик, молодец Лил. Но они не знают, что он здесь. Если только так случайно настигнут Сен Кинг. Кастует ультимейт, вырывает смарт стайла. Подцепил также оглушение Магнуса. Вот это очень важное действие от Роджера. Магнус на развороте пытается увести Роджера с собой, увозит. На Юле пока что летает, но его должны убивать. Гостик в этой ситуации распорядите вряд ли нажмет. Ищи Акс по двоим прыгает, в том числе и по антимагу. Резолюшн пытается спастись блинком. Спасается Резолюшн. Ультимейт стоит от Вичдоктора, но его ЛТВ просто избивает. А тем временем Магнуса все-таки добил Роджер на пару сорыв от Акса по двоим, в том числе на антимага. Ну и там было видно, как Резоль просто умирает. Они хотят вниз еще? В центре. Смок не спадает, все понимает. Сборная России идут дальше. Хоука отправили, он дает неплохой обзор. Да, видно, все видит, видит. Нуна увидели, Нуна успел дать оглушение по Аксу. И реверс полярити туда же прыгает Резолюшн. ЛТВ разультился, нужно отойти. Как же много урона-то у Медузы, обалдеть просто. Резоль вынужден уходить. ЛТВ стреляет так, что от него не уйти никому, не деться никуда. Громадное количество урона сейчас от Медузы вошло в сборную Украины. И Огрмаг тоже никуда не улетает, минус 4. Исполнение сборной России вновь, и выживает лишь один антимаг. Соло красавчик, просто центральной линии он выиграл для ЛТВ. Abyssal Blade появляется, погибает Вичдоктор, немного Лил задержался. Но тут лучше его потерять, чем кого-либо. Ну, я тебе так скажу, потенциально реверс полярити по четверым, по пятерым никто не отменял. Поэтому если все сложится хорошо, вот сейчас ультимейт Медуза потратил, например. Арпи использовал Гостик. Правда, Аегис все-таки достанется. ЛТВ, как и сыр. Свап от... МГ убивает, ну, на Пашу моментально. Гостика тоже забирает. Ну, тут я, ну, действительно не понял. Он хотел, видимо, своровать. Ну, вообще, я не считаю, что Паша в таких ситуациях, он как-то может быть плох или что-то в этом духе. Антимаг пушивает центральную линию пока. Подвезли ЛТВ, Рамзес прыгает на вингу, Лила и оглушает Роджер по двоим. Здорово Роджер сказал в этом эпизоде. Два героя в таверне, ЛТВ ультимейт потратил. И третья сторона. Сбивается Резолюшн. Убивает Аегис у Медузы, но потратил при этом свой ультимейт. Резоль, арпи отличная по троим, ну вот он. Сент Кинг, который в арпи не попадает, он спасает ситуацию для сборной России. И Медуза просто расстреливает бэйбэк от Резолюшн, но бэйбэк лишь только у Магнуса еще присутствует. А вдвоем они отбиться не смогут. Good game, и сборная России отправляет сборную Украины в матч за третье место. А сами россияне проходят в финал. Браво, они не проиграли ни единой карты. Они выглядят просто монстрами. Как обыграть эту команду, пока никому не известно. Никто не разгадал, по крайней мере, на ВСГ.